Для села в сотню дворов большой праздник. Детей тут меньше, чем хотелось бы местным старожилам. Глубинка пережила отток молодежи в города, и теперь надежда на эту детвору. В Самбовках они готовятся к первым в своей жизни состязаниям. Спортивный клуб «Самбо Русичи» за полтора года изменил тут все. От семейного распорядка до общения селян и, конечно, детей. И вот первая схватка перед зрителями из-за медали. Считать болевой. Когда спортклуб открывали на базе местной школы, вот она, то больше всего переживали о востребованности. А пойдут ли дети? И сегодня уже есть кое-какая статистика. Здесь всего 18 учеников. Кривцово-Плота – очень маленькое село. А в спортклубе занимается 45 юных спортсменов. То есть родители исправно трижды в неделю возят своих детей еще из трех соседних поселков. Директор школы показывает музей. Здесь предметы быта предков, которых в селе знают хорошо. Вот портреты ветеранов из бессмертного полка и книга почетов, которой отдельная страница посвящена дорогим гостям из Москвы. Вот здесь Анатолий Иванович подписывает детям подарки, здесь мы дарим. Анатолий Иванович – автор идеи сплотить родное село спортом. Будущий генерал-лейтенант внутренней службы, заместитель руководителя ФСИН России, вырос на этих улицах. Клуб организовал с помощью Федерации самбо. И это не просто забота о малой родине. Это пилотный проект. Нам не хватало сегодня сельского самбо. И мне кажется, сегодня вот будет дан новому такому серьезному проекту, самому, мне кажется, многочисленному, это самбо, сельское самбо. Сельское самбо. И мне кажется, мы заложим сегодня вот эту традицию в Орловской области, вот здесь, в селе. Задача развернуть масштабную спортивную селекцию, растить целое поколение будущих чемпионов именно в глубинке. Самбо, наш национальный вид спортивной борьбы, набирает популярность по всему миру и близок к признанию высочайшего уровня. Сегодня самбо признано олимпийским видом спорта. Мы ждем сейчас исполкома Международного олимпийского комитета, который пройдет в Токио, на котором вопрос, надеемся, самбо будет рассмотрен, и мы будем уже признаны постоянными членами Международного олимпийского комитета, и с этого дня мы сможем подавать заявку на включение самбо в программу Олимпийских игр. На коврах кипит борьба. Ко второй-третьей схватке самбисты разгорячились. Сильные по-спортивному, злые на коврах и очень дружные за их пределами. Даже вчерашний хулиган Даня Кривцов сегодня показывает лучшую технику. Затем гордо выходит на награждение, медали вручают лично патроны клуба. Мотивация. В спорте вижу. Хочу дальше продолжать. Становлюсь поднакаченнее. Это, порезче, поувереннее. Портрет прадеда Даниила тоже стоит в школьном музее. Он был победителем. Вкус своей первой спортивной победы его внук уже ощутил. Самбо теперь для него одна из возможностей добиться успеха в жизни. Клуб «Русичи» – не последний подарок Кривцову-Плоте. В ближайших планах – хореографический зал.